Это планшет DEXP Ursus EX111 с диагональю экрана 11,6 дюйма. А это инструменты, с помощью которых мой муж обеспечит совместимость этого планшета с другими устройствами. Это обычная Bluetooth-клавиатура для мобильных устройств. В ней есть PAS, куда вставляется это самое мобильное устройство. Но планшет DEXP не влезает, ну, буквально на полсантиметра. А мне пофиг. С помощью вот такого вот резака и напильника я обеспечиваю совместимость. Выглядит некрасиво, но зато совместимо. Стандартный держатель для гаджетов. Этот планшет вертикально тоже не входит. А мне пофиг. Я отпилил и нарастил вот такой вот стальной железочкой от обычного уголка. Выглядит некрасиво, зато совместимо. Отличный гаджет с большим экраном, со слепой камерой. Тяжелый в руке, замучаешься держать, но зато дешевый.